Итак, товарищи, я вам сейчас расскажу, как быстро считать кубатуру. Не так, как мы привыкли по старинке, а гораздо удобнее воспользоваться кубатурником круглого леса. На Android это очень удобно, я пользуюсь сам. Сейчас посмотрим. Итак, значит, нашел такой классный кубатурник круглого леса. Качал я его на Play Market. Можно просто написать кубатура круглых лесоматериалов в Play Market. В общем, качаем эту программу. Значочек вот такой. Значок вот такой. Маленько покажу, как ей пользоваться, потому что для начала не будет понятно, как программа сохраняет все. Итак, мы видим вот три столбца. Длина, диаметр и количество. Так, вводим длину. Возьмем 4 метра. Диаметр возьмем на 20. О, на 23 не бывает. Значит, на 22 возьмем. И количество возьмем 6 штук. Все, рассчитываем. И теперь, чтобы нам изменить данные, вот в этих столбцах, просто нажимаем, 2 раза кликаем, и все. Данные стираются, но они уже сохранены. То есть после нажатия кнопки «Рассчитать» все уже сохранилось. Так что можно не переживать. Так, длина у нас теперь 6 метров. Диаметр возьмем на 42. Заодно и проверим. Потому что я знаю, что на 42 бревно 6-метровое будет ровно куб. Так, ну, количество оставим также. Рассчитать. Все, все рассчиталось. Теперь смотрим в историю. Вот у нас было 2 расчета. 4-метровое бревно, 6 штук, куб 0,68. И 6-метровое на 42, 6 штук. Получится 6 кубов ровно. И внизу мы видим общую сумму 7 кубов 68. Ну, думаю, на этом все понятно. И в этом видео я добавлю еще ссылочку на кубатурник. Кубатурник для обычного персонального компьютера. Тоже бывает удобно, чтобы не считать на работе. Взял с собой листочек, ввел данные, и он тебе... То есть программа автоматически рассчитала. Ну, на этом все.